Здравствуйте, дорогие подписчики, телезрители. Сегодня мой отзыв будет о коридоре затмения. И считаю, что если кто прошел коридор затмения, что-то почувствовал, либо не почувствовал, пишите, людям будет интересно. Коридор затмения впереди еще нас много ждет. Вот, но опять же, развитие ускоряется, когда дадут сущности, скоро, не очень скоро, это уже зависит именно от них. Вот я посидел, подумал и все тонкости выписал, да, именно что я чувствовал, да, как я ощущал этот коридор затмения. Вот, ну, во-первых, по коридору затмения могу сказать, что, ну, может быть, чуть-чуть лучше стало получаться медитировать, особенно первые там, ну, неделю, может быть. Поскольку у меня опыт уже большой в медитациях, для меня уже принципиально именно настрой в этот день. То есть, насколько я понервничал, насколько я много работал, да, насколько у меня много дел. Это все в голове оседает, естественно, и отражается на психике, на моем состоянии. То есть, я уже дошел до такой стадии как бы развития. Не говорю, что супер развитый, там, не, ребят, просто я говорю то, что я чувствую именно в той стадии развития, вот моей стадии развития, что для меня важно уже не то, что там какой-то день там мне дают сущности или еще что-то там. То есть мне больше уже сам настрой. Вот как я настрою сегодня на медитацию, так я и промедитирую. Да, были у меня такие дни, когда вообще не получалось медитировать. То есть очень тяжело было. Да, это какие-то, может, уроки были там, еще что-то там. То есть такое тоже было. Сейчас просто, ну, хорошо медитация идет в такой период времени. Я это прекрасно понимаю, да, и коридор хорошо получался, особенно в первую неделю там, да. Потом более загружен был просто, поэтому я скидку на это делаю. Дальше. У меня, может быть, еще где-то, вот честно признаюсь, да, закрадывалось такое чувство, что я все-таки медитирую, потому что меня как бы немножко заставляют, это нужно делать, там как обязанность какая-то, да, как для большинства начинающих людей, люди все хуй, ой, зачем я должен медитировать, зачем я должен программу выполнять, я не хочу, меня заставляют, меня накажут, ну то есть люди только для этого делают. И вот сейчас я понял, что после вот этого коридора затмения у меня пропало это чувство полностью, что я почему-то должен это делать, что меня накажут, просто я это делаю, потому что мне нравится, то есть я растворяюсь в медитациях, в душевном развитии. Мне это нравится, я получаю удовольствие, как бы, да, если я бы не был до такой степени загружен, может, я вообще с утра до вечера бы этим и занимался. Вот, поэтому это чувство наступает, чем больше вы медитируете, да, с программы в программу, у вас все лучше и лучше получается, вот это чувство, оно исчезать начинает, уходит вообще далеко-далеко. Вот, как правило, у всех людей, которые только-только начинают, они делают, у кого-то что-то не получается, получается, не получается мысли задерживать, да, концентрироваться, и рано или поздно все равно начинают появляться такие мысли, что зачем я это делаю, там, для чего это там. Ну, то есть люди считают, что это ненужное занятие, потому что привыкли жить в мире, когда все всех обманывают и так далее. И все ждут быстрый результат. Что вот-вот он сейчас должен наступить, я стану контактером там, через 10 минут развития. А тут вроде не все получается, причем и полгода, год может пройти, полтора. И таким образом люди немножко теряют этот запал. Вот это у меня полностью исчезло. Больше ясности ума появилось. То есть у меня на какой-то период времени я много-много работал, да, много-много загружал себя. Я понимаю, что вот сейчас период деградации у многих людей идет. Наоборот, отупление идет, те, кто не развивается. И вот даже наши люди, кто смотрит канал, некоторые, кто перестал развиваться, они почувствовали вот эту деградацию, отупление, как бы, да, хуже стала память работать, голова. Вот у меня по другой причине, потому что много работаешь, уже мозг просто не воспринимает информацию. Здесь я почувствовал, что вот опять появилась ясность ума, опять мне гораздо легче стало. Вот, и я в себя пришел. То есть вот этот коридор затмения в плане мозговой моей деятельности, он очень мне помог. То есть я свой головной мозг привел в порядок, хотя сейчас тоже немало работаю. Еще легче стал переносить стресс. Стресс, вот я обратил внимание, сейчас вы знаете, какое нелегкое время. И с событиями с Украиной связано, и пандемия была. Вот, многих людей подкосило. И я тоже в эту мясорубку попал, да, то есть, как и все люди. И
гораздо легче переносится стресс, быстро из него выходишь, даже если понервничаешь, очень быстро все это проходит, все, стирается, как будто ни в чем не бывало. Чик-чик, все, через час ты уже все опять в себя пришел, все отлично, все нормально, как будто программу поменяли, пошел дальше. Стал более спокойным. Вот. То есть какие-то серьезные вещи воспринимаю более спокойно. Раньше бы я не знаю, что бы я делал бы лет 5 назад. Я бы, наверное, там уже по стенам бегал просто, я не знаю, всю семью бы перевернул, озадачил там. Все бы нервничали вокруг меня, мои друзья, знакомые, там родители, если были живы, все бы нервничали. Сейчас такого нет. Сейчас все проходит очень-очень спокойно. Вот те люди, которые много лет медитируют, это прямо вот очень помогает вот, реагировать на вызовы очень гладко, спокойно, осознанно, с чувством, с равновесием, с пониманием, как бы, да, то есть легко все это воспринимается. Как, так и должно быть. Это вот о том, что вот у многих людей есть какие-то уроки, да, и люди недовольны, что у них там проблемы со здоровьем, с финансами, там, в семье проблемы. Это вот сейчас вот в этом состоянии это все легко воспринимается, легко понимается, ощущается и проходится все это беспроблемно. Пожизненно. Стало больше мотивации. То есть чего-либо, что хочется сделать, легко это все начинается, легко приобретается мотивация. Вперед, все, с песнями пошел. Более активно стал чувствовать в межбровной области давление. То есть раньше тоже я чувствовал, то есть когда люди медитируют, у многих людей, по крайней мере, есть это ощущение. И сейчас это постоянно чувствую. Если я, например, постоянно медитирую, то есть у меня оно периодически возникало. Сейчас оно все время у меня, постоянно, круглые сутки. То есть давление в этой области. А вот сколько мы раз с Настей спрашивали, это говорит о том, что я начал развиваться, человек начал развиваться активно. То есть чем активнее, вот у меня такая чувствительность, да, я все время ощущаю. То есть если я развиваюсь штатно, там, без всякого там, рвение там и так далее, то есть много загружен, много работаю, вот в этот момент просто он чуть-чуть у меня. Как только вот коридор затмения прошел, дальше по накатанной после коридора затмения начинаю заниматься по своей программе, которая у меня ранее была, до коридора. Все, постоянно вот сильное давление в межпробовой области и вот это ощущение, как бы, что идет развитие. Я понимаю, что я все про это как бы мой триггер, я понимаю, что если я правильно делаю, он мне сильнее давит, менее правильно, или там загружен, там, или не получается по какой-то причине, он меньше у меня. Был период, когда где-то недели полторы я практически вообще не медитировал, то есть вообще почти потух, то есть вообще не было его. То, что во время медитации что-то я бы еще почувствовал, да, вот, кстати, энергию почувствовал, больше энергии стало в этот момент, я мало спал, по 5, по 6 часов, как бы, ну, хотел спать, но я как-то легче переносил, вот, недосыпание, потому что, когда много работаешь, недосыпание, это очень плохо, то есть, очень сложно мозгу работать в таком напряжении, вот, больше энергии было в этот момент, да и сейчас, после этого тоже все хорошо пока что, вот. Вот такие, наверное, основные моменты, вот, о которых я хотел рассказать. Вот, я думаю, что многие люди писали, что легче, вот я знаю, да, отписывались в личное сообщение, что стало легче медитировать, легче стало концентрироваться, настроение лучше было. Вот, четче понимание всего окружающего. То есть я еще хочу сказать, что когда люди заказывают план по расширению сознания, это примерно вот очень похоже, как бы, да, когда человек постоянно работает над тем, чтобы сознание расширилось. То есть, ну, грубо говоря, мы живем в каком-то мире, да, мы в своем мирке живем, нас ограничивает сознание, да. И когда вы занимаетесь по этому плану, специальный план для расширения сознания, у вас вот эти границы вашего мира внутреннего, они начинают расширяться. То есть вы на мир смотрите совершенно другими глазами, с другим пониманием, с ощущением всех других вещей, как бы, и, скажем, больше возможностей открывается. Здесь то же самое, вот коридор затмения, он открывает больше возможностей. Не только быстро открываются сверхспособности, которые не должны быть, но и вот понимание, все, что вокруг происходит, вот все, что связано с вашей жизнью, там быстрее мысли в голову приходят, интуитивные мысли приходят, быстрее решайте проблемы какие-то. Когда мы начинаем поддаваться панике какой-то, сопли распускаем,
начинаем в этой депрессии вариться постоянно. То есть это все ограничивает очень сильно. Когда человек именно целенаправленно медитирует, там йогой занимается, если мне это в программе прописано, дыхание, там, голодание, питание меня. Вот это все в комплексе прямо вот меняет всю вашу жизнь просто кардинально. Вот многие недооценивают, кстати, очень много людей у нас на канале не хотят развиваться, я это вижу, да, там обращаются на консультации по всем поводам, но кроме душевного развития. Не знаю почему, вот у каждого свои причины, кто-то, не знаю, до конца не понимает, может быть, не верит там, либо считает, что ему это не надо почему-то, хотя это вообще все вопросы в жизни решает. То есть те люди, которые длительное время медитируют, душевно развиваются, 2, 3 года, 4, вот почувствуйте, как ваша жизнь просто поменяется, вот так с ног на голову перевернется, и гораздо легче будет и контактировать с обычными людьми, там, и понимание будет приходить, и принимать решения, там, и тупиковые варианты в жизни будут разрешаться, дороги, которые запутаны в такие узлы, просто казалось вообще невозможно. Просто садитесь, думайте, и все разрешается в голове у вас, ну, практически мгновенно. Вот, ждем следующих коридоров. Как только будет известно, сразу с Анастасией сообщим. Успехов вам! Развивайтесь вместе с нами. Не забывайте пересматривать старые видео. Обязательно пишите комментарии под каждым видео. Чем больше, тем лучше, чтобы наш канал поднимался. Во всех социальных сетях тоже пишите комментарии, перепосты делайте. Чем больше людей будут быстрее развиваться, тем на планете воцарится мир, понимание, доброта, и, возможно, даже мы застанем этот мир. То есть каждый из нас должен какую-то частичку вносить в этот мир, и тогда будет понимание. Не те, кто приходит на канал, посмотрели там 10 видео, гадости написали какие-то и ушли, то есть не разобравши, кто, что мы. Ну, то есть люди на это обращают внимание, не на то, к сожалению. Успехов, всех благ, до свидания.